В общем, продолжение банкета. Идем до моря от этого таблички. А еще узнали, сейчас нам рассказали соседи, что здесь вот в главном здании у них будет ресторан и магазин. Там, в общем, все. Там у них сауна с бассейном. Это я завтра сниму, покажу эту сауну, бассейн такой с лежачками. Ну, в общем, все как вот в Липанине, когда я снимала. Там у них тоже есть бассейн. Все как в Турции. Да? Почти как в Турции. Только если, ну, с погодой повезет, тогда будет как в Турции. Вот такая вот эстонская деревня. Кабли. А что, правда, ведь это же деревня. Ой, слушай, мы же на закат успеем еще. Оно еще не село. Вон красный закат какой, видишь там? Газу прибавь. Или уже села? Я уж не вижу. Не села еще? Тебя ждет. Мне кажется, села уже. Тебя ждет. Вот этот пруд с лягушками. Ну, самое главное, жаба там сзади квакает. Жаба. Давай. Жаба съест. В припрыжку. А то закат не успеем. Слышь, как орут. Да. Так, вы слышали слово жаба? Да, да, да. Ну, вот в прошлый раз то же самое было. Кваканье такое. В этот раз то же самое. Здесь пруд с жабами, и в центре пруда такая банкет был в Липанине сегодня какой-то. Ой, тепло, хорошо, идем прям раздетые, хоть в купальнике иди. Такое бывает в Эстонии, не знаю. О, боже мой, какое солнышко красное. Вообще, короче, такое бывает, погода такая, знаешь... Наверное, знаете, наверное, раз. Слушай, там палатка стоит около домика. Я уже вижу. Чуть не поняла. Это им типа мест не хватило, они поставили рядышком еще палатку. Может, эти кемпинги четырехместные вот эти. Вот. Поставили палатку, да. Но сегодня... Красная. Да. Сегодня днем здесь была вся парковка в машинах, приезжают местные. Вот. Ой, ну прелесть, прелесть там квакает. Не могу, мне так нравится. Плавает, я прям вот каждый год готов. Лягушка? Жаба, а не лягушка. А, да? Че, серьезно, видно ей? Да, вот, смотри, солнце покажи. Вот закат наш. Еще заката что, нет. Что, покажи деревья одни. Как деревья? Ну вот, теперь видно. Может, на скамеечке? Скамейки на скамейку, все, да все заняты скамеечки. Так выгоним. Да, ну вон да. Вон своя свобода. Не кричи. Смотри, где они расположились. Видишь? Вот. Это, кстати, не местные. Это немцы. По-моему, да? Я не знаю. Ну, по-моему, по-немецки разговаривали. Вот это Липанин отель. Ну, здесь реально все занято. Вон свободно, что-то не да, ну только что встали, вот здесь такие скамеечки, прямо на берегу моря. Вообще красота, ну это, кстати, между прочим, их скамеечки, но мы посидим на их скамеечке, ничего страшного. Надеюсь, нас никто отсюда не выгонит. Такая скамеечка, вот такая скамеечка, прямо с видом на море. И с кваканьем жаб. И вот такой у нас пирс и закат. Скамеечка чистая хоть? Очень чистая. Ну да. Сейчас я покажу море. Народ купается, чтобы в июне купались. Ой, там у нас банкет был какой-то сегодня. Сегодня 19 число. Да. Там вот Липанина. Это гостиница. Там у них... Не знаю, как показать. Где-то вот эта сторона. Там у них ресторан. Вот такой мостик. Смотровая такая. Ну, красиво. Очень красиво. Да, вот там море. Такая глубина. Заходишь далеко по пояс. Ну, теплая вода. Не знаю, дальше не ходили. Сети стоят.
Солнышко садится. Сейчас покажу эти домики со стороны, как бы, как они с берега. Вот здесь. И вон домики прямо на берегу. Кемпинги. Я и показываю, да. Это кемпинги. Как бы есть кемпинги от Липанина, они все заняты, да. И есть сама гостиница вот там, да, где я показывала ресторан этот. Там есть номера внутри, ну, гостиный комплекс такой. Бассейн тоже там у них. Ну, в общем, все очень классно. Смотри, видишь, там какая туса. Что? Вижу. У них, наверное, банкет какой-то. Да, вот смотри, топиться пошли. Купаться пошли. Не смешно. Не смешно? Абсолютно. Мне место очень нравится. Я сюда, наверное, вот не знаю. Все, меня... Жить перееду, да, я понял. Не, жить я сюда не перееду. Но место очень красивое. Солнышко садится. Не знаю, отсюда видно, как бы. Там тучки, что ли, да? Да. Поэтому мы не увидим полноценный закат. Скамечка тепленькая, так, да, нагрелась. Нагрелась. Так, тут скамеечка, камера. Скамеечку снимает. Я, конечно, не могу эти тоже кемперы снимать. Ой, не кемперы, а эти кемпинги. Это скажет, что вы тебе нас можно снимаете, да? Тебе можно, я тебе прививку сделаю, все, можно. Угу. Вон, смотри, садится, только за тучу. За тучу, а не за море. За тучу, ты что, море вон. Так я и говорю, за тучу, а не за море. Ну, вода, наверное, теплая, народ еще. Ну, если она 2 часа назад была теплой, то сейчас она тоже теплая. Народ еще туда лезет. У детей маленьких там у нас в кемпинге, в нашем кемпинге Мицологии, маленьких детей вечером шли, всех скупали. Вон, видишь, как на машине приехали отдыхать. Да, да, тут и на машинах, и на кемперах так просто садятся, так. Одеяло, джинсы.